Всем привет, и сегодня у нас в кратком обзоре, либо в первом знакомстве, игра под названием Lost Saga. Ну что, нам надо придумать свой ник. Происходит непонятно. Какие-то супер удары, что ли? Что за бит тут висит? Что, аудио сделаем потише. Гоу дальше. Что тут exit?
если я готов. Что тут делать? Да, окей. Прошли мы вот такое вот обучение, непонятно. Play now нажать, что я затупил. Так, так, так. Давай, давай, чё. Ну что, найдут мне сегодня противника или нет? Да, тяжко тут присоединиться к кому-то, что за бред. Ну, рандом гейм, да. Thank you.
это я, блин, что я себя провтыкал. Я провтыкал, я тут бьюсь, короче, мне не сообщили, да, спасибо. Ready? Go! Типа можно сталочки делать. Боже, игру вообще не находит никакую. Соки, что соки? Не хочет меня присоединять ни к какой игре. Бред. Ладно, последний раз ищу, если не кинет, уже все. В принципе, все так неплохо, я думаю. Такая графика, интересная задумка, но в моем случае мне тут что-то не дают порубить. Задали один раз, а то я что-то завтыкал, короче. Это не прикольно. Опять. Ну что, может тут дадут еще раз сразиться? Задолбила меня, короче, эта баба. Но я еще неопытный боец. Ну что, вот такая вот игрушка. Если вам понравилось, скачивайте ее в Steam бесплатно и играйте сами. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.